Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня сделаем обзор семян баклажанов на 2021 год. В этом году будем сеять вот такой вот баклажан. Называется он Андрюша. Хорошо он, в принципе, растет и в теплицах, и в открытом грунте. Самое главное, что этот гибрид у нас устойчив к резким перепадам температур, что очень актуально для нашего сибирского региона, а также к вирусу табачной мозаики. Растение высоту достигает 1 метра, плоды у него 20-22 сантиметра в длину, а по массе 250-350 граммов. Надеемся, что данный баклажан порадует нас. В прошлом году выращивали этот баклажан, называется он Багира, среднеспелый. Преимущественно его высаживать в теплице, но также возможно именно высадка рассады в открытый грунт, но под временные укрытия. Высоту данный гибрид достигает 1 метра 20 сантиметров, плоды у него до 250-300 граммов, а длиной 12-20 сантиметров. В целом довольно-таки хорошо он формирует урожай в целом в ходе сезона, каким-либо заболеваниям не подвергался. Единственное, конечно, проводим обработку от паутинного клеща. Потому что у нас почему тут именно главный враг баклажанов — это паутинный клещ. В ходе сезона, наверное, 3 или 4 раза проводим обработку фитовермом. И, в принципе, урожай очень довольно-таки хороший. Поэтому можете попробовать приобрести данный баклажан и его посеять. Раньше высаживали в теплицу и выращивали такой баклажан, называется он касатка. Хорошо переносит повышенную температуру в теплице. А это также очень актуально. Там как в теплице иногда температура просто поднимается до каких-то немыслимых цифр. И данный баклажан у нас не сбрасывает завесей. Высоту он также где-то 1-1,20 м. А плоды у него массы 280-300 граммов без горечи. В принципе, тоже очень хороший баклажан. Кто не пробовал выращивать баклажаны белоплодные, обязательно просто обратите внимание на них. У них мякоть, в отличие от этих темных баклажанов, у них она более такая светлая и рыхлая. У темных баклажанов мякоть такая зеленоватая и более плотная. А эти очень нежные баклажаны. Кто-то говорит, что они даже вот со вкусом грибов немножко чем-то напоминают. По массе они также не уступают вот этим фиолетовым баклажанам. 250-300 граммов вот этот баклажан пеликан. Преимущественно выращивают в теплице. Плоды у него длиной 15-18 сантиметров. И, в принципе, также очень хорошая урожайность. Можно выращивать и в открытом грунте. Довольно-таки хороший такой вот гибрид пеликан. Есть вот такие вот баклажаны, которые у нас, точнее, наверное, упаковка, где у нас смесь баклажанов, есть и белоплодные, и темные баклажаны. Такая смесь день и ночь. Здесь у нас баклажан Снежок и баклажан Маугли. Маугли немножко все-таки мелковатые плоды, но в целом тоже не очень, так скажем, плохой, но вот плоды у него меньше по массе, чем вот эти вот, о которых я говорил ранее. По массе они всего 70 или 100 граммов. Поэтому здесь небольшой такой минус именно вот этой смеси. А белоплодный вот Снежок 300-400 граммов. Тоже очень хороший баклажан. Если удастся его приобрести вот именно отдельно. Замечательный баклажан белоплодный. Также дружно формирует урожай. В ходе сезона никаким заболеваниям не подвергался. И до самого, наверное, конца августа, даже в сентябре, у нас еще были на нем плоды. Очень вкусные, можно замораживать баклажаны, можно готовить, соответственно, сорвал и что-то приготовил. Поэтому очень хороший такой вот, это уже у нас сорт баклажанов, именно Снежок. Поэтому такие вот баклажаны, сеем их на рассаду. Кто-то начинает сеять в феврале, но это в зависимости от, конечно, ориентируемся на именно их срок созревания, срок именно, который указан у нас на упаковке. Среднеспелые, ранние или же позднеспелые, их немножко вот именно отличие будет по времени посева. Ну а так, в принципе, с февраля по март осуществляем именно посев на рассаду, а затем уже в мае месяце высаживаем теплицу, а уже ближе
к июню, именно для нашего сибирского региона, можно высаживать в открытый грунт. Но мы, конечно, реже это делаем, там как у нас погода нестабильная, и приходится выращивать баклажаны чаще всего либо в теплице, либо в теплых грядках. А в открытом грунте очень сложно у нас получить такой достойный урожай. Поэтому, если кому-то вдруг заинтересовал какой-то из этих баклажанов, попробуйте ее приобрести. Особенно именно рекомендую белоплодные баклажаны. Очень вкусные и замечательно они плодоносят и порадуют вас хорошим урожаем. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.